Вы смотрите топ-10 ФОМБЭ чемпионата России Суперлига. Все моменты с приставкой Супер. 19-й выпуск. Поехали! Открывает нашу подборку центровой фарм команды Зенита Егор Рыжов, который показывает на своем примере, что значит действовать в силовой манере. У него это отлично получается. На 9-м месте Иркут вколачивает последний гвоздь в крышку гроба ростовских барсов, исполнив шикарный алюп. Алексей Вздыхалкин навешивает с периметра, а Максим Колюшкин вылавливает мяч и заносит сверху. На 8-м месте Новосибирск хорошо разбирает защиту дубля Зенита. Лука Петрович пасует на Дыбовского, и Макс отдает классную скидку на Алана Макиева, который завершает атаку данком. 7-е место Динамо разыгрывает двойку, и Андрей Десятников сотрясает баскетбольную стойку. Эффектный алюп слэм с навеса Михаила Богдановича. На 6-м месте Барнаул Дмитрий Карпусов и его мощная втычка после пик-н-ролла. Одной рукой с сопротивлением Павла Захарова из ЦСКА-2. На 5-м месте эффектный данк в проходе от капитана Химок. Дмитрий Коршаков воспользовался неразберихой в стане соперника и как следует вколотил сверху. 4-е место. Все поражаются тому, что творит Леброн свои 39 лет, но давайте обратим наши взоры на Григория Шуховцова, который в 40 лет продолжает доминировать на площадке. Потрясающий данк через Семена Медведева. 3-е место. Русичи не успевают занять более выгодные позиции в защите, а Кирилл Есипов и Данил Певнев завершают быструю атаку великолепным алюпом. 2-е место. Момент такой же дикий, как тайга. Вы только зацените, что творит Дэвид Майга. О май гад! Превосходный коуст-ту-коуст данк на последних секундах матча. Ну а на 1-м месте у нас сегодня настоящий шедевр в исполнении баскетболистов Русичи. Изумительная передача от Ильи Подобедова и мощнейшее завершение от Геннадия Денисова. На этом все. Следи за фанбет чемпионатом России Суперлигой на RussiaBasket.ru и люби эту игру!